Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием Quake 2 The Reckoning. Это первое дополнение официальное к игре. Вот. И мы в прошлой серии с вами вот где? Вот здесь нашли зеленый ключ. Вот. Ну а раз мы нашли ключ, то нам нужно найти обязательно дверь к этой ключ-карте. И сейчас мы это попробуем сделать. Так, вот отсюда кто-то вылетел у нас. А, смотрите. Вот это я что-то и не заметил. Вот это вот. Аппендикс. А, все, убил. Нафиг. Так. Я вот на эту штуку нажал. Встал, точнее. Что-то там. Ох, я даже не знаю, кого из вас первым убивать. Так, давайте какое-нибудь другое оружие. Слушайте, вот эта штука, оказывается, она еще и жизни дает. Когда в себе втягивает. А, противников, да? Одна из них делает жизни, получается так. Давайте сохранюсь. Сохранились, да? Так, вот с ракетницы вот этих вот ребят очень легко. Бомбить, да? Так, нам бы вот туда вот добраться как-нибудь. Пока что я не совсем понимаю, как. Как нам это сделать? А может, понимаю. Да, я понял, как это делается. Что-то там. Какой-то левел. И что-то water. То есть уровень и вода. Так, компьютер апдейтед. Просит to intelligence HQ. А я тут был, нет? Ладно. Идем дальше. Так, похоже, я тут был, и это я помню. Так, давайте вернемся обратно. Вот, да, отсюда я пришел. Вот из этой двери вышел. Ну-ка, а тут у нас что? Тут у нас ничего интересного. Ух ты, смотрите. Тихо, нормально. Надо же. Так, вот так вот делаем.
Наверное, я в него попал ракетой. Да. Попал. Так, хорошо. Отлично. Патроны дробовику есть. Вот, смотрите, нажалась. Нифига. А, я ж теперь могу как-то добраться. А, где же тут мостик? Где же тут мост, в котором у нас не задвинулось это самое? Клавиатура. Так, нет, не здесь. Ну-ка. Так, отсюда мы начали, хорошо. Так, нет. Я помню точно, мы сюда бежали. Может быть, я как-то ошибаюсь. Я... Вот. Вот туда нам надо. По-моему, там я все сделал, что надо. Да, все задвинулось. А почему я тогда подумал, что и сюда нам надо бежать теперь? Не знаю. Это... Пути мои мысли неисповедимы. Так, это берем. А, так, хорошо. Значит, все сделали, что надо. Теперь надо как-то куда-то пойти. Единственное, мне не нравится, что у меня к дробовику мало патронов осталось. А где вот? Так, рыба-кит. Так, какие? Неужели меня тут не было? Да. Тихо. Всплываем. Нифига себе. Да, это тот самый момент, когда... Заканчиваются патроны. О, так давайте быстро всплывем. Вы сюда же не заплывете, ребята. Все. Так, какое у меня оружие есть? Гранатомет, ракетница. Ну, давайте. Лоудинг. Locate the main. Понятно. О, хорошо. Bullets. О, хорошо у нас. Нормально.
Так, тут вон у нас сколько всего. Я думаю, что давайте я и этот уровень попробую пройти. Обычно я типа по одному уровню прохожу, да? А тут я возьму и... побольше пройду. Потому что что-то как-то я, знаете, за 8 минут прошел уровень 1. Это как-то слишком быстро. Вот. О, это... Ну-ка. Ох ты! Наконец-то я теперь это оружие, оружку нашел. Давайте тут сохранюсь. Это же сюрикеномет. Я так его называю. Так. Так, и там кто-то был. Ничего, да? Нормальное оружие такое. Мне оно нравится. Ну-ка. Все, готов. О! Тут часть прикольная синяя, которая... Так, мне не совсем нравится вот эта комната, потому что такое ощущение, что тут кто-то есть. Я был прав. Ну-ка, может тебя как-нибудь... Второй... Нифига. А вы что, меня хотите зажать? Да. Ля, смотрите, ля. Чё, тоже ракетами стреляешь, да? Нифига. А почему вас так много? Так, один готов. Вот это, конечно, мясо было. Вот это, конечно... Жесть. Я еле выжил. Потом давайте сохранюсь. Два танка здоровенных. Офигеть. Так, ну-ка. Показалось. Так, я думал, это ты, друган, подорвался. Хорошо. Так, давайте здесь. Не понял. Так, окей, он не успел в меня попасть. Тихо.
Хорошо. Так, давайте я еще раз попробую пробегусь. Мало ли я тут что-то забыл. Вот сюда я хочу. Ну, можно было, конечно, не так. Но тоже вариант. Так, компьютер апдейтит. Ой, жизни мало. Counter-Strike. Fleet is located on Strokes Moon. Понятно. Интересно, но ничего не понятно. Ой-ой-ой, а ты чё, откуда? Прилетела. Гадость. Так, а я забыл, откуда я шел. Ой-ой-ой, опасно. Да, все-таки он помер. Так, это мне пригодится. Так, здесь я был. Потому что две аптечки было, и одну аптечку я точно взял. Так, отсюда я пришел. Давайте быстренько пробежимся по уровню вот сюда. Просто такое ощущение, как будто я не везде был. Так, вот это вот все берем, это хорошо. Гранатомет у нас будет. Защита. Экзит. Ну-ка. И чё? Все. Получается, что я прошел еще один эпизод. Собственно, это был второй эпизод. Какой-то он короткий был. Собственно, как и первый, как-то я их вообще быстро прохожу, но я думаю, что это не удивительно, потому что это все-таки дополнение к игре. Оно, возможно, будет короче, чем основная игра. Вот. В смысле, короче, чем обычный Quake 2. Вот. Собственно, дальше нас ждет третий эпизод, но проходить я его буду уже в следующей серии. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. На нем будет еще много игр, помимо дополнений к Quake 2. Вот. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на нее будет в описании. Ну а с вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем удачи и всем пока.